Всем привет. Поднос, купленный 100 лет назад и валявшийся за холодильником. Пленка, которую, ну, нарезают под всякие предметы на кухне. Ну, такая. Она в два слоя. Я ее выгнал, нормально положил. И сверху семечки. Семечки стоят маленький пакетик, рублей 40. Два пакетика взял, вот здесь высыпал треть пакетика. Вот и все. На кондер поставил и. Качество такое, не могу близко подойти, я как только близко, ну, приближаюсь, они улетают. Вот, поэтому стою чуть издалека и такой вот делаю кадр. А семечки обычные, не жареные никакие, то есть обычные старые семечки.